Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз с моим большим уважением к нему музыкант, композитор, участник ансамбля «Поющие гитары» и многих-многих других коллективов, о которых нам он сегодня расскажет, Владимир Васильев. Володь, добрый вечер. Добрый вечер, «Комсомольская правда» и Саша. Спасибо большое, что снова ты нашел время, вот холодное время, но пришел к нам. Все вроде детство, юношество уже прошло, должен был появиться когда-то профессиональный коллектив. Что это был за коллектив? Профессиональный. Конечно же, мне посчастливилось до профессионального коллектива поиграть и в любительских ансамблях. Да. Так называемого любительского статуса. Самодеятельного. Самодеятельность, да. Самодеятельность. Я бы так и сказал. Да-да-да. Пусть это будет самодеятельность. Дай бог, чтобы это была самодеятельность, а не самонадеятельность. Да-да-да-да. Вот. Ну, если говорить чуть-чуть, немножечко раньше, дело все в том, что в 69-м году, вот после ансамбля «Близнецы», в котором мне посчастливилось играть, я был приглашен в связи с тем, что Юра Семенов, твой однофамилец, ушел в ансамбль «Песни и пляски» послужить 2 года, и бросили клич: «Нужен поющий бас-гитарист». Ансамбль «Лира», который в то время играл в небезызвестном... «Молоток». «Молоток». Бывший дворец... ДК, Дом культуры, не дворец, Дом культуры мира. Нет. Нет? Нет, это Дом культуры Молотова. Почему он и назывался «Молоток»? А в это время он уже назывался Дворец культуры, или Дом культуры мир. Мир. Да-да-да. И вот меня туда пригласили на прослушивание. Володя Петров, Юра Семенов, который пришел на прослушивание уже в военной форме, потому что он в осенью 69-го года, он уже служил в ансамбле «Песни и пляски» и играл там на домре. Вот. И меня, естественно, Семенов и Петров гоняли меня. Они же народ очень щепетильный, да, потому что по вокалу это считался один из лучших ансамблей тогда в Ленинграде. По многоголосию, по красоте. Потому что очень многие группы играли там 1-2 человека пели. А «Лира» отличалась тем, что у нее было там 5 теноров. И поэтому в этом отношении... Да, слушай, мы все ходили в «Молоток» послушать «Лиру», послушать «Юрахип» в вашем исполнении. Да, 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 да. Послушать там те песни, которые мы могли слушать только с радиоприемной, в смысле с магнитофона. Да, да, да. Но «Лира» в этом отношении, она в хорошем смысле капризничала и, в общем-то, предлагала пришедшим тогда в Дом культуры, она предлагала очень интересные все-таки музыкальные решения, потому что сил, мастерства хватало. Вот тут это очень важный момент, потому что иногда многие в ансамбле стеснялись, как говорится, а не замахнуться ли нам? Не получалось замахнуться, потому что все-таки должно пройти какое-то время для того, чтобы все-таки музыканты окрепли, почувствовали друг друга, да, почувствовали все-таки мастерство. Появилось такое уже, за которое не стыдно, как говорится, чтобы это не было уж совсем уж так печально. А вот. За «Лирой» что было? За «Лирой»... «Лира» — это вообще удивительная судьба. Почему я до сих пор, вообще уже более полувека, я, как говорится, занимаюсь музыкой? Ведь я же говорил о том, что я поступил в политехнический институт, и... мне казалось, что я вижу свяжу свою жизнь с двигателями внутреннего сгорания. Но не тут-то было. Потому что благодаря ансамблю «Лира» Юра Семенов однажды пришел к нам на танцы в военной форме и сказал: «Мальчики, нам всем однажды предстоит служить в вооруженных силах». И сказал: «Давайте-ка мы покажемся нашему художественному руководителю в ансамбле «Песни и пляски» Николаю Ивановичу Кунаеву. Я договорюсь». И мы там репетировали где-то месяца 1.5-2-3, и после этого на какой-то грузовике или автобусе привезли полную всю аппаратуру. Мы к тому времени купили
У нас был Регент-60, который мы купили. Это вообще... Регент-60, это мечта. Да, мечта любого ансамбля. И ревербератор у нас уже был искусственное эхо, сделанный из нота М. Такой был магнитофон. И он делал раз, 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 раз. Там, или два, 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 как в анекдоте про Сани. Ревербератор. Да, ревербератор, который Сани, Сани, yesterday my life. И вот мы приехали в ансамбль «Песни и пляски». Дали на полтора часа где-то большой сольный концерт для всех сотрудников, для военнослужащих, для всего ансамбля «Песни и пляски». И Николай Иванович Кунаев, художественный руководитель, выдержав серьезную паузу, сказал начальнику ансамбля, полковнику Леонову, посмотрел на него серьезным взором и сказал: «Эти мальчики мне нужны. Взять у них все координаты, и когда встанет вопрос об их службе в армии, сразу же ко мне». Все, то есть тем самым он предопределил всю дальнейшую нашу судьбу. И когда там через полгода, через год, через полтора встал вопрос о службе в армии, пришла повестка, я прибегаю к начальнику ансамбля: «Здравствуйте, Виктор Ефимович, вот, Вовочка, не волнуйся». Тут же при мне набирает телефон куда-то в политуправление на Дворцовую площадь. Вот, и говорит там какому-то полковнику: «Немедленно... Ты в каком, говорит, военкомате?» Я говорю: «В Василеостровском». «Немедленно туда послать командировочное предписание о направлении тогда еще призывника Владимира Васильева направить в ансамбль «Песни и пляски». А вообще-то я по образованию, у меня же военная кафедра. Танкистом ты должен был быть. Нет, ракетчики. Ракетчиком? Да, у нас другая группа была, одни половины была танкисты, которые в Горелово, там, которые на Кировском заводе проходили практику, если вы знаете. Конечно. Конечно же знаем, да-да. Вот. А мы были ракетные войска. Вот поэтому я, миновав ракетные войска, оказался в ансамбле «Песни и пляски». Причем, заметьте, уважаемые радиослушатели, я не спрашиваю в этот момент у Владимира Васильева, миф ли это. Нет, это не миф, потому что я точно знаю, это правда. Правда. Блат он был, есть и, наверное, будет. Я бы не назвал это блат, но дело все в том, что, как говорится, решением художественного руководителя Николая Ивановича Кунаева весь ансамбль «Лира» был принят в ансамбль «Песни и пляски» и проходил там прекраснейшую совершенно службу, которая предопределила вообще все то, чем я занимаюсь всю свою жизнь. После армии вышел и... И сразу же отдохнул чуть-чуть, съездил на Байкал. И потом... у меня была маленькая страничка. Я первый и последний раз, единственный раз в жизни играл в ресторане «Баку». Ты не кабачный музыкант. Вообще, я не знаю, что это такое. Я никогда в жизни не играл... Один раз в жизни играл в ресторане где-то с 27 августа по 10 сентября. Буквально две недели меня Боря Манцветов, их два брата Манцветов, было, да. Юрка Манцветов и Боря, они играли, у них были свои ансамбли на первом и на втором этаже в ресторане «Баку». И Боря попросил меня, говорит: «Я тебя умоляю. На подмену. Да, у меня свадебное путешествие, не мог бы ты две недели за меня?» Я говорю: «Да я никогда не играл». «Ну ты же... Ну, там у нас все ноты есть, гармонии, все эти шпаргалки все. Ну, ты же знаешь там песню там: о, маме, маме, блю». Я: «Ну, это, конечно, знаю. Битлз, знаю, конечно». «Ну, тогда все, поиграй. Ничего не надо, только приходи с 8 до 11 поиграть в ресторан». Вот это единственный моя, вот, период в моей жизни, когда я играл в ресторане «Баку» в 73-м году. После этого сразу же я уехал в Москву. Играть в ресторане – это хорошо или плохо? Очень такой специфический вопрос, отвечу сразу. В ресторане играть неплохо, потому что, во-первых, там набираешься опыта. Еще какого? Еще какого. И поэтому это все-таки любой ресторан. Это, ну, я сейчас этого не стесняюсь говорить. Это была кузница кадров. Школа. Школа. С отличными музыкальными инструментами, которые они покупали на тот карась, который они зарабатывали. С репертуаром от и до. Ну, да, все, что угодно. Там нужно было быть настолько всеядным и, как говорится, таким хамелеоном. Но да. Это другие музыканты, не те, которые стоят на больших сценах, перед которыми огромные залы и огромные стадионы. Что будем слушать? Песню какую? А давайте послушаем-ка песню под названием, если уж в ту эпоху, песня называется «Сумерки».
Обожаю 69-й год. Ансамбль «Поющие гитары». Слушаем. Словно сумерек наплыла тень, то ли ночь, то ли день, так сегодня и для нас с тобой гаснет свет дневной. Этот сумрачный белесый свет то ли есть, то ли нет. Стоим с тобою рядом мы на пороге тьмы. Только в глазах пустота и печаль, а на губах привычки печаль. Зачем мы с тобой рядом? Первых писем и объятий ты то ли есть, то ли ты. Только кажется, что встреч тепло навсегда ушло. Ответ, то ли жаль, то ли нет, что разлука наша так близка, как твоя рука. Кто из нас не уберег мечты, то ли я, то ли ты, нам ненужные слова опять. Вот и стоим, притворившись моя, что так скажи, зачем? Сумерек наплыла тень, то ли ночь, то ли день, так сегодня и для нас с тобой гаснет свет дневной, гаснет свет дневной, гаснет свет дневной. Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас в гостях музыкант, композитор Владимир Васильев. Володь, ну, профессиональная сцена. Я понимаю, что все уже подошло к профессиональной сцене. Да, потому что Москва, Росконцерт, Добрый Молодец — это самая настоящая профессиональная сцена. Тут уже никуда не деться. Хотя, если так положа руку на сердце, ансамбль «Песни и пляски»
Это просто особая специфическая все-таки служба, потому что когда ты выходишь на сцену, и мы же там помимо... я же артист хора. Там «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой». Да. «У солдата выходной пуговицы в ряд». Ну, вы сами понимаете, да? Да. Вот. Кстати, вот вы будете смеяться. Когда мы пришли в ансамбль «Песни и пляски» служить, мы же пели теми голосами, которыми мы пели на танцах в «Молотке». Да. Вот. Мы же пели, ну, такая, так называемая, псевдобитловская манера. И когда мы стали петь там «Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только ох, жди». Ох, как я чувствую разницу. Да. И Николай Иванович Куной говорит: «Ну-ка, Васильев один». И я вот, сидит весь хор, стоит там под 100 человек, и я один вот этим таким подростковым голосом этим «Не плачь». Он говорит: «Что это такое? Что это за звук? Это же подворотня, это пивная. Ну-ка, срочно петь нормальным звуком. Я же знаю, здесь же солдаты, здесь же надо же для поднятия боевого духа Красной Армии. Вы должны петь по-настоящему». И меня Яков Ананич Зайчковский, такой первый тенор, он говорит: «Вовочка, не волнуйся, я тебе все расскажу, все научу». И он меня завел в эту специальную эту ленинскую комнату. «Ну-ка, говорит, возьми-ка ноту какую-нибудь». Я там: «А, не-не-не-не, попробуй, поварируй-ка со звуком». И я там: «А-а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 
запомнил... Вот как... этот да. темброчек. Вот это. Да-да. Запомнил, как у тебя сформированы связки твои голосовые? Я говорю, да. А вот теперь со словами. И я там... Не плачь, девчонка, пройду дожди. Вот. На следующий раз, где-то через неделю, через две, когда Николай Иванович Кунаев попросил спеть какую-то песню, я уже вот таким звуком... Он говорит, ну вот же. Вот же, ведь можем же, когда хотим. И с тех пор ко мне не было претензий. Конечно, в хоре мы пели своими нормальными человеческими голосами. Конечно, но когда же надо было. Поэтому сейчас я уже спустя там полвека, я, конечно, дурачусь. Я иногда там пою там песни какие-нибудь там, ну где-нибудь там, знаешь, на репетиции для того, чтобы развеселить там кого-то. Я, конечно же, пою там «Для меня не тебя прекрасней». Но давлю. Ну, я бывал с тобой в компаниях и помню, как это классно звучит. Да-да, ну это как шутка. Какую дали в «Добрых молодцах»? У нас было, у меня я артист высшей категории в вокально-инструментальном жанре. 11 рублей. Была еще министр культуры тогда Фурцева Екатерина Алексеевна, у которой, когда на худсовете, она сказала, ну, ей все нравилось, все мы пели, играли, все хорошо. У вас был худсовет перед Фурцевой? Конечно, конечно. Вы пели для министра культуры? А там не стоит вопрос. Это когда проходит худсовет, и туда приезжает самое высокое начальство из управления культуры, там замминистры бывают, начальники управления, художественные руководители Росконцерта, Володь, все наши рок-н-ролльщики жутко ругались и воевали, хотя не знаю за что, с Ниной Александровной Барановской. Нина Александровна это была... Это начальник, по-моему, наш, да, у нас. Да, это человек, который занимался литовкой в рок-клубе. В рок-клубе, да. Скажи да, мне, да, пожалуйста, на профессиональной сцене худсовет, литовка, это вообще было, существовало, или вы не то, что пели, что хотели? Не-не-не-не-не. Во-первых, дело все в том, что тебя бы, во-первых, на сцену не выпустят, пока ты не сдашь худсовет. Ага. Вообще. А вообще, а вообще на сцену тебя выпустят, если у тебя нет музыкального образования? Выпустят, если хорошо поешь. И играешь. Потому что это не было критерием такого, чтобы не пущать. А главное все-таки, каков, насколько ты хорош в своей, как говорится, профессии. И если ты поешь хорошо и играешь на инструменте, там закрывали на это глаза. А это определял худсовет? Да-да-да, конечно. Да. Художественный совет? Даже не то, что художественный совет. Это в первую очередь любой художественный руководитель и музыкальный. Они бы тебя бы не взяли бы в ансамбль, если бы они в тебе сомневались. Поэтому сначала твой маленький худсовет — это художественный руководитель ансамбля и музыкальный руководитель, а потом, когда ты сдаешь программу для выступления и поездки на гастроли,
Вот там уже это называется серьезная комиссия, которая приезжает из того же Ленконцерта, из управления культуры, и ты для них сдаешь прямо при, без зрителей, сидит 15, там 10-15 человек, и ты для них поешь. Вы да. одеты. Все одеты, все как все будто. Все репризы. Все репризы, как будто это там... Настоящий взрослый концерт. Настоящий. Они могли тебя остановить в какой-то, например, там, после первого или второго куплета. Да-да, это, с этой песней достаточно, спасибо. В следующий. Какая прозвучала необычная мысль. То есть практически у вас до Большого худсовета еще были как бы внутренние... Конечно, я конечно, даже не безусловно. Могу... Это, саморегулятор, что ли, какой-то, самоконтроль. Да. То это есть... даже не то, что контроль, это... такое слово, цензура. Такая. Ага. Ну, такая, в хорошем смысле слова такая цензура. А вот а Юрий Антонов, он тоже подвергался этой цензуре? Когда он пел в ансамбле «Поющие гитары», да. Он не то, что цензуре подвергался. Дело все в том, что он песни, которые он написал, в то время он уже такой был молодой начинающий композитор. И вот те песни, которые... Конечно, он показывал все песни Анатолию Николаевичу Васильеву, художественному руководителю, и Анатолий Николаевич соглашался или не соглашался. Плюс ко всему, песни, которые пел Юра на концерте, они проверялись как бы временем, насколько тепло и хорошо их принимала публика. Потому что Юра пел, мне уже можно так говорить, потому что мы с ним почти одногодки, и я с ним познакомился в 68-м году, Да. Я с ним знаком 53 года. Когда он был солист, он был музыкальный руководитель в ансамбле «Тоника» от Белоруссии. Тогда выступал Виктор Вуячич, народный артист Белоруссии. Вот там, такой. Да, и музыкальный руководитель этого ансамбля был Юрий Антонов. И потом его пригласили буквально через год, он пришел в ансамбль «Поющие гитары». И пел песни «Вот люди встречаются». Потому что слова этой песни написал бас-гитарист ансамбля «Тоника» Олег Жуков, который вместе с Юрой играл. И потом вот «Если выйдешь мне навстречу», он же автор этой песни. Да. Потом «Почтовый ящик открываю я с волнением, а вдруг он снова, как и всю неделю, пуст. Ты было. Мне не пишешь, начиная с воскресенья». Вот, да, молчишь, обидевшись на что-то, ну и пусть. А песня самая главная, которую он написал для ансамбля и «Поющей гитары», а добрые молодцы прям сам Бог велел петь эту песню. «Помню в детстве я слушал у огня певучий бабушкин рассказ о богатырях, волшебных снах, о добрых молодцах и красных девицах». И этой песней ансамбль, между прочим, «Добрые молодцы» заканчивал концерт. Ла-ла-ла-ла-ла. Да, красивая песня. Красивая да, песня, да. Ничего. Вот так вот. Ой, как интересно, как необычно. Вот с художественным советом, то есть вы тоже подвергались гонениям и цензуре. Это не гонение, не цензура, просто это положение было такого. Любой ансамбль должен был сдать худсовет. Вы могли сделать замечание, что конечно. Брюки слишком клешоные, или там рубашки конечно, слишком конечно. Яркие? Хватит вам, Володя, вот прыгать по сцене? Стойте спокойно у микрофона. Слово «прыгать» вообще было запрещено. Ни в коем случае. Нужно было вести себя на сцене скромно и достойно. Да. Вы не должны позорить звание советского артиста. За границей были? Я поехал за границу первый раз в 80-м году, потому что я после института 10 лет мне нельзя было выезжать никуда. Ага. И еле-еле меня выпустили в Сопот 80 с группой «Цветы» на Сопотский фестиваль. Ой, «Цветы», Стас Намин. Да, сейчас да, слушаем да, песню, да, да, да. А потом возвращаемся к новому, снова к твоим рассказам. Что хорошо. Будем слушать? Ну, давайте, а можно я на гитаре? Да, Володя, да, с удовольствием, потому что это будет как дома, как в родных стенах. Я, раз уж зашел разговор, я тогда спою песню, которая для меня очень дорога, потому что она записана осенью 79-го года, когда за полгода до Олимпиады. Вот, называется она «Всего лишь летний вечер». Слушаем. Летний вечер теплый самый был у нас с тобой. Разговаривали с нами звезды и прибой. Нам оставил теплый вечер неугасший свет. Обнимал он нас за плечи и смотрел нам вслед.
Уходили мы по гальке от тепла воды. Было жарко, было жалко, смыл прибой следы. И за далью белой стужи, где-то, где-то там, за стеклом морозных кружев будет сниться нам летний вечер. Летний вечер. Летний вечер будет сниться нам. Летний вечер темный, темный, не скрывал от нас огоньки приморских комнат и любимых глаз. Не скрывал он мысли наши, чувства не скрывал. Почему ж он стал вчерашним и далеким стал? Почему ж он нам с тобою не оставил слов? Только тихий шум прибоя, шорохи шагов. Он за далью белой стужи, где-то, где-то там, за стеклом морозных кружев будет сниться нам летний вечер. Летний вечер. Летний вечер будет сниться нам. Будет сниться нам. Будет сниться нам. Владимир Васильев, царь. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях музыкант, композитор. И теперь я точно хочу добавить это слово – артист Владимир Васильев. Володь, спасибо за живое звучание, так всегда красиво. Что было дальше по музыкальной линии? Какие после «Добрых после молодцев»? «Добрых молодцев»? «Лира», «Добрым...» А, «Близнецы», «Лира», если сохранять, да, хронологию. Да, потом «Добрые молодцы». И потом в самом-самом конце 1974 года меня пригласил Анатолий Николаевич Васильев уже сначала участвовать в концертной программе ансамбля «Поющие гитары». И потом уже, конечно, постановка зонг-оперы «Орфея Евредика» вместе со Садулиным и с Ириной Понаровской. Да, да, вот такая, да, вот это вот были первые исполнители. Да, Ирина, да, да, Понаровская. И Альберта Садулин. Альберта, да, Садулин. Да, да. Это уже Лен-концерт, это уже здесь. То есть ты работал вот в этой опере? Ну, в смысле, ты работал? Да, я с первой до последней ноты играл на бас-гитаре. А композитор Рыбников? Не-не-не-не-не, это Юно Навось, не путайте. Нет, да. Композитор Александр Борисович Журбин. Извините, Журбин. Да-да-да. Но вообще его девичья фамилия Гандельсман. Хорошая история. Но я знаю, вы работали в стадионы. Все, что угодно. Там у нас были и стадионы, и дворцы спорта. Я помню, разговаривая с музыкантами «Поющих гитар», в момент вы разговаривали, говорили так. Ну вот два стадиона, у Журбина новая машина. Да-да-да, было и такое. Было и такое. Но у вас. Вообще это мы скромненько очень. Если говорить о двух стадионах, это скромно. Я признаюсь, в 1974 году, когда мы решили купить у югославов хорошее заграничное оборудование для вокально-инструментальной деятельности, мы поехали на Дальний Восток. И я не стесняюсь этого. Мы дали за 29 дней 118 концертов. Два раза было по 7 сольных концертов в день. Это не, да, миф. Это не миф, это сермяжная правда, которую говорят прямо в глаза. Да, да, да. Вот это да. Да. Но это тяжелый профессиональный труд. Это тяжелейший труд, да-да-да. Мы заработали очень приличное количество денег. Поехали после этого в город Киев.
И там почти за 30 тысяч рублей, по тому времени это было почти 6 автомобилей «Жигули». Колоссальные деньги. Да, да, да. Именно 6 автомобилей было. Да, да. Ну, в «Жигули» стоили по 5 тысяч. И мы купили полностью все. Всю вокальную аппаратуру, барабаны, «Хаммонд», какой-то орган, «Лесли», «Воксы», все эти «Фендера», микрофоны. Ну, все купили. Вот. Это нам повезло. За госсчет. Нет, нет, мы сами скинулись. Сами? Сами скинулись. У нас был, в общем, на то время у нас был самый лучший звук в Советском Союзе. Да, а дальше что было? Какая группа? Дальше я все вот... время слышу от тебя необычное слово. Не я пришел там, не я пошел, и меня пригласили. Меня пригласили, да. Меня да, пригласили да, туда, да, меня да, пригласили да, сюда. Да. Это повышает твой да, рейтинг да. В ушах наших радиослушателей. Хорошо. Для ушей радиослушателей это самое ценное, что может быть, когда тебя приглашают да, куда-то. Да. Потому что понимаешь, что да, без царя в голове никуда. Стас Намин. Это было после... После, как раз, я уже тогда сыграл уже 900 спектаклей «Орфея Евредика». 900. Вот так получилось, что именно 900. И в 79-м году, 15-го, тоже 15 апреля, я поехал в Москву, меня пригласил... Мне позвонил. Есть такой Владислав Адольфович Петровский, клавишник ансамбля «Добрые молодцы», который потом перешел в ансамбль «Цветы». И он мне позвонил и сказал, нам нужны поющие бас-гитаристы в ансамбле. Это в ансамбле как Стинг востребован. Да. Вот, и я принял это приглашение, я приехал в Москву 15 апреля 79 года. Одновременно со мной приехали на это прослушивание Игорь Саруханов, который тогда играл на гитаре в ансамбле «Синяя птица» у Роберта и Михаила Болотных. Я работал с Гариком. Да-да-да. Вот. И приехал Миша Фензельберг. Вот. Барабанщик, который играл в ансамбле «Магистрали» и «Гюлича Хели». И вот мы втроем встретились во Дворце культуры имени Орджоникидзе. Это была база ансамбля «Цветы». И нас, как говорится, Александр Слезунов гонял под рояль проверял нас на вшивость, как мы умеем играть, как мы умеем петь, каковы мы, насколько мы соответствуем их запросам. Слушай, а после этого поющие гитары? Я вот 15 апреля я пришел в ансамбль к Стасу, меня взяли, после этого я уже ушел из ансамбля «Поющие гитары». И вот сколько? Почти 3 года до 79-й, 80-й, все Олимпийские игры, 81-й. И в конце 81-го года, в начале 82-го, мы вчетвером, я, Игорь Саруханов, Миша Фензельберг и Александр Слезунов, мы решили уйти в свое самостоятельное творческое плавание и организовали группу «Круг». Это было... И, между прочим... Пауза. Да, да. И вот в следующем году группе «Круг» исполняется 40 лет, и мы сейчас готовимся к этому юбилею. Слушай, это великолепно. Да. Какая песня тобой была написана в группе «Круг»? Ну, назови ее сам. Да-да, по твоим глазам я уже все понял. Давайте послушаем песню про хорошую теплую погоду. Называется она «Каракум». Да, ну, значит, тогда... Так тому и быть. Слушаем песню, написанную Владимиром Васильевым. Называется она «Каракум». Слушаем. Дней в пути
студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас в гостях сегодня музыкант, композитор, вообще великолепный человек, ну просто царь Владимир Васильев. Володя, когда ты впервые услышал, что вообще в Ленинграде есть самодеятельные музыканты, которые играют какую-то музыку непонятную, и вроде бы у них даже что-то там, рок-клуб какой-то, вроде бы что-то. Или у тебя были, может, друзья, знакомые? Не-не, гораздо все проще. Ага. Дело все в том, что в 68-м году, если совсем-совсем-совсем далеко назад, я побывал, тогда был конкурс вокальный, ну, слово вокально-инструментальный ансамбль нельзя, его тогда не существовало, конечно, как бы в обиходе. Тогда был конкурс ансамблей. Ансамбль? Да, это был Ленинградский дом художественной самодеятельности на Рубинштейна. В каком году? В 68-м. И там в этом конкурсе участвовали ансамбли «Пришельцы», например, такие там вместе с Толей Быстровым, да, которых ты знаешь прекрасно. Да, конечно. Вот, Станислав Пожлаков, ведь мы ребята, да-да, 70-е, пара-да-да-да-да. Вот в этом конкурсе... «Топ-топ-малыш», по-моему, да, тоже да. Его, да. Вот, все вот эти вот группы того времени, 68-й, 69-й год, они все иногда, когда собирались на вот эти вот общие, так называемые, сейчас это называется рок-фестиваль, да. Там, а тогда это просто были такие... Так вот, конкурс ансамблей. И вот это все происходило в Доме народного творчества и Дом художественной самодеятельности. Если ты помнишь такие фамилии, как Борис Борисович Долженко, который такой курировал многие ансамбли, Дмитрий Валентинович Карпович и Масенков. Карпович, это, помню. Да-да-да. Это вот такие вот ребята, которые брали себе под крыло ансамбли и как бы защищали их от... того, чтобы их иногда... Секундочку. Да. То есть это все существовало на нашей земле, в Ленинграде. Это существовало все в Ленинграде, на Рубинштейна, на улице, в Доме художественной самодеятельности. Вот, оказывается, откуда идут корни. Корни оттуда, да. Вот почему культовое место. Конечно, вот почему все произошло именно там, на Рубинштейна 13. Да. И как проходили эти... А просто конкурсы. выступали вот эти группы там типа, по 20, по 30 минут. И кто только там не играл. Я помню, боюсь сказать, кого именно я там упущу, но те группы того времени, например, «Фавориты» небезызвестный ансамбль. Да, была такая «Ку-69». Да, «Ку-69» была. «Санкт-Петербург», «Молодой Рикшан». С Владимиром Рикшаном. Да, Владимир Рикшан и Никиточка Зайцев. Зайцев. Вот молодые. Потом «Галактика» группа. Была. Потом в того времени ансамбль, если вы помните, «Фламинго» с молодым длинноволосым Альбертом Асадуллиным. Да. Олег Исаев. Вот это вот все вот то время, 68-й, 69-й, 70-й год. Как раз вот эти вот все ансамбли, так называемые рок-ансамбли, тогда, хотя этого слова не существовало. Не было такого. Оно такое, его осторожно обходили, просто группа выступает, группа там, я не знаю. Какая-то. Такая-то, все. Это потом слово там «рок» там появилось, когда оно уже стало... Володя, ты как профессиональный музыкант, да, я думаю, что ты, наверное, с кем-то там обменивался с какими-то мнениями. Ты вообще как вы смотрели на выступления вот этих самодеятельных групп? Вы смотрели немножко с улыбкой или где-то с пониманием не, 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 того, с пониманием что... и даже с завистью, потому что я прекрасно понимал... Ты. Да, потому что я прекрасно понимал, что в 19-20 лет, когда тебе столько же, и ты понимаешь, что... Ух ты! Ты, ёлы-палы, как ребятушки играют и поют. И такая все-таки была такая чисто юношеская зависть. Я этого не стесняюсь об этом сказать. Единственное, я прекрасно понимаю, что хорошая школа, которую я прошел, вот что мне... Вы прошли. Да, вот все. За тобой еще огромное количество людей. Это ансамбль «Песни и пляски». С точки зрения музыкальной грамотности, с точки зрения... Голос. Потому что одно дело, это же огромный, потрясающий тренинг, когда ты поешь, пусть поешь, может быть, не те песни, которые для тебя очень близки и тебе нравятся, но, тем не менее, аппарат твой привыкает, учится. А там у нас были такие хормейстеры, как Николай Николаевич
Корнев, который, хор Корнева, который сейчас академический, которым гордится наш Санкт-Петербург. Вот. И тогда вот музыканты фантастического уровня, мировые звезды, все, они все служили в ансамбле «Песни и пляски». Вот. Поэтому это была фантастическая школа. Если тебе что-то не ясно с какими-то аккордами, с какими-то гармониями, с какими-то переходами и вообще все, что тебе по музыке не ясно, и где у тебя какие-то есть вопросы, ты всегда можешь подойти к музыкантам ансамбля «Песни и пляски» и задать им любой вопрос. Получишь исчерпывающий ответ. Дима Кижаев, который играл в ансамбле «Садко», мы же вместе с ним в один день пришли в ансамбль «Песни и пляски». У него же абсолютно гармонический слух. Садко — это ресторан рядом с гостиницей «Европейская». Да, это Садко, да. Между прочим, мне посчастливилось, когда я играл в армии, я играл на свадьбе Иосифа Давыдовича Кобзона, когда он с Нелли, у них была свадьба. Ты играл на свадьбе? На свадьбе Кобзона, да. Ну, вот о Гришне Кабачный музыкант. Ну, это армейские годы. Это армейские годы. Нас попросили. Нас вызвал старшина Халява Владимир Лукашевич, наш старшина ансамбля, и сказал: мальчики, сегодня вам можно приехать в гражданке, потому что сегодня у вас ответственное мероприятие. Стас Намин, как руководитель, был строг? Строг, да. А кто занимался в основном музыкальной музыкой? Музыкальной частью ансамбля в основном занимался Александр Слезунов. Он очень талантливый человек и очень хороший профессионал. Где сегодня можно услышать Владимира Васильева? Что сегодня делает Володя Васильев? Что сегодня творится? Мне очень просто ответить на этот вопрос, потому что буквально месяц назад я же все-таки действующий артист ансамбля «Поющие гитары», и нашему ансамблю исполнилось 55 лет. Я могу похвастаться, что ни один ансамбль Советского Союза таким творческим долголетием похвастаться не может. Вот. И плюс ко всему, я вместе с группой «Круг» мы готовимся к нашему юбилею, который будет в следующем году. Ансамблю «Круг» исполнится 40 лет. Будет в Москве? И я надеюсь, и в Москве, обязательно, и здесь. Обязательно в Петербурге. Да. Обязательно. На самом деле, вам надо сделать хорошее, большое турне. Да, это задумано. Да, по нашей стране, это конечно, задумано. Это обязательно. Потому что «Круг» 83-84 год. Да, первая пластинка. Да, вы просто снесли голову половине страны тем, кто слушал музыку. Вообще, это, конечно, альбом фантастический у вас тогда получился. Ничего не могу сказать. Ну, мы старались. Володь, я хочу тебя поблагодарить. Спасибо тебе большое. Я понимаю, что мы даже, в лучшем случае половину вспомнили того, чего могли бы вспомнить. Дай мне слово, что ты придешь к нам еще раз. С удовольствием. Мне очень нравится атмосфера, в которой происходит наша беседа, и поэтому я с удовольствием приму приглашение. Спасибо большое. Это атмосфера, которая задает радио «Комсомольская правда», естественно, те гости, которые приходят ко мне. Это очень приятно, это очень здорово. Насим, я с тобой прощаюсь, желаю тебе творческих успехов, любимой сцены, отлично отметить 40-летие, кстати, Ленинградскому рок-клубу. Между прочим, тоже было 40 лет в этом году, да. Да, и вам тоже хорошо отметить это все. Творчество, успехов. Насим, прощаюсь с нашими радиослушателями. Естественно, с тобой. Удачи, до свидания. Пока. Я Владимир Васильев, музыкант ансамбля «Поющие гитары». Поздравляю слушателей радио «Комсомольская правда» с Новым годом! Ура! Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.